Всем привет, друзья! С вами я, Жека Кул. И с Тёмычем мы купили металлический столб. Из него сейчас будем делать перилу для скейтборда. Сделаем полноценный рейл, на котором можно будет делать гринды и слайды на скейтборде. И не только на скейтборде. Сейчас я вам все это запишу на видео. Посмотрим, что из этого вообще получится. Получится ли у нас рейл или нет. И обязательно в конце видео мы на нем покатаемся. Ну, либо я покатаюсь. Погнали, посмотрим, как мы будем его делать. Так, друзья, смотрите, вот лежит вот эта палка. Это уже будет рейл. Сейчас будут делаться для него ножки. Высотой сколько? Высотой 30 сантиметров. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы сделать какие-то трюки. Ну да, либо чтобы упасть. Сначала будут привариваться стойки к перилой самой, периле. А потом будут к ним, к этим ножкам привариваться уже пятки. Вот этот человек сварил рейл. Спасибо большое. Низкий поклон. В общем, смотрите, значит, что у нас получается. Вот такой вот рейл. Высота какая? 30 сантиметров, да? Примерно 35. Примерно 35. Ну, как стандартный гробик на скейт-парках. В скейт-парках. Постелил я вот такую вот щепу. Сейчас попробую сделать какой-нибудь трюк, хотя бы один. Потому что тут неудобно. Вот это все вот мягко. Нужно тестировать его, конечно же, на асфальте. Поэтому обязательно потом будет видос, где я буду на нем кататься именно на асфальте. Или мы будем кататься. Скорее всего, ты один. Скорее всего, я один буду. Видите, как я катаюсь один? У меня нет друзей, которые катаются. У меня есть просто друзья. В общем, ладно, давайте сейчас посмотрим, что из этого получится. Сейчас его натрем. Чуваки, теперь я сделаю пару трюков несложных. Потому что перила очень сильно скользит по вот этой вот доске, поэтому тестировать все-таки этот рейл будем мы на асфальте. Но это будет уже в следующих выпусках, а пока что чисто такой тест-драйв все-таки на этой фанере. Сделаю фронтборд и бордслайд. На этом на сегодня закончим. Yes! Так, ну что, чуваки, будем заканчивать этот очень короткий выпуск. Рейл крутой, нужно его тестить на асфальте, потому что на этой штучке он скользит. Поэтому обязательно сделаю выпуск, где я беру этот рейл, еду с ним на какой-нибудь плоскач и делаю там на нем трюки. Ну, пытаюсь, по крайней мере, сделать. В общем, увидимся, друзья. Спасибо, что посмотрели. Если вам не понравилось это видео, поставьте лайк. Если вам понравилось, тоже поставьте лайк.